Так, друзья, и с чем приехали мы с питомника? Я взяла опять отчеток вот такой. И вот такой. Уж больно они мне нравятся. Я люблю. Буду подсаживать. Ковром таким потом они идут красиво. Забивает сорняк, место какого-то газончика, ну просто прелесть. Вот сюда в клематис, помните, чуть-чуть дернула, ну приткнула отчиток, и вот он пошел. Тут вот будет зелененькая, он заполнит потом полностью, и будет зелененькая тут такая травка. Мне кажется, прикольно. Тем более клематис не любит, когда перегревается здесь вот корневая система, поэтому все солнышко вот здесь возьмет на себя отчиток. Отчеток. Так, дальше что еще взяли? То есть два отчитка. Ой, как ее? Как ее, как ее? Дихондра, во. Такая вот дихондра. Я так почитала. Мне понравилось то, что серебристая и вьется, но она привередливая и медленно растет. Ну, не знаю, взяла. В общем, дихондра. И этот... Ну, все, я все позабывала. Вербейник. Монетчатый. Вот этот вот, он тоже идет как почва покровная. То есть так вот свисает, свисает. И когда вот он доходит до какой-то высоты, он тут начинает куститься и пускать корни. То есть, если он будет волоком идти, он сразу будет, как и отчеток, прикрепляться с корнями. А если будет свисать на какой-нибудь, не знаю, куда тебя. Если будет свисать в какой-нибудь кашпо или где-то, то он будет удлиняться, удлиняться, виться, виться. До того момента, пока опять не спотыкнется об какую-нибудь землю. То есть, получается, он может и ползучим быть как по земле, так и ампельным, зависая. Ну, в общем, взяла. Ну, особо поехали за петуньками, потому что я же купила горшки кашпо. Вот такие же. Ой, господи, что тут у меня мусор. Вот такие кашпо купила, еще два. И хотела же посадить, у меня же больше нет петуньек. Все петуньки здесь я высадила. Хотела бы прикупить, посадить. А там вот такие вот простые, простые мне что-то как-то совсем не интересно. Сейчас, наверное, что-то буду мудрить с этими и с теми. В общем, сейчас посмотрим. Здесь все розы срезаны. Ну, желтый немножко осталось. То, что все пожгло в солнце. Ну, вот уже моя штамбовая опять понабрала. Вот видно, они такие более салатовые. И уже он опять на бутонах все стоит. Смотри. Вон она. Все. Скоро будет новое цветение. Да и тут уже цвет, смотрю, набирают. Кое-какие розочки. Так что жду вторую волну цветения с этим солнцем. Просто караул. А вот эта вот розочка новая, которая Валентина. Вот ее обрезали. У нее крупные цветы были. Обрезали. И она что-то вообще... Ну, может, приживается, конечно. Ну вот, хоть вижу, что хоть какой-то росток пошел. Вот как-то пошла в рост. А то стоит вот и не тель. А, нет, пошла. Пошла, родимая. Я уже прям перепугалась. Потому что... Вон она, новый росточек. Когда долго стоит и ничего не происходит, это не есть хорошо. А еще ж купили вот такую елочку. Но это уже не в питомнике, это мы заезжали в Леруа и купили такую маленькую елочку. Маленькая-маленькая. Ну прям. Ну ничего. Сейчас, доча. Коника. Елочка коника. Называется. Идет в два ствола. Но не все там в два ствола.
Очень странно, конечно, но ладно. Вот такая. Присадим, посмотрим. Выживет, не выживет. Вот они, такие же кашпошки. Тут раз купили в Чижике. А докупить когда? Так нет уже ни черта. Пришлось выписывать на Валберес. Уже в два раза дороже. Сегодня, слава богу. Сейчас что-то намучу. Так. Изрядно я тут поддосрала, извиняюсь за выражение, другого не найду. Значит, вот в этом кашпо оставила 3 штуки. У меня сидела везде по 3. С этого и с этого вытащила по 1. Рассадила вот в новые кашпошки. И вот здесь вот у меня сидела тоже по 1 такой вот петунечке. Вот здесь и там я вытащила по 1 петунечке. То есть вот здесь получилось 1 с такого же кашпо, 1 с этого ящичка. И здесь то же самое. 1 с кашпо, другая с ящичка. Сюда вот эту вот штуку примастырила. 1 и 2 вот так вот свисать будут. А туда вот это не делила. Туда просто 1 висючку. Вот этот вербейник посадил. Ну, оставила здесь вот обычную петуньку. Ну, еще. А вот здесь вот я взяла по 1 штучке. У меня тут тоже самосейка была петунька. Я сюда вот ее досадила, но она уже сразу, видите, поникла. Сейчас полью. Полью, я думаю, пройдет себя вот сюда. И вот сюда тоже самосейка. Вот сюда я ее посадила вместо 3-й штуки. Вот. Так что у нас тут будет по 3 петунечки разные. А в тех будет по 1. Сейчас вот это все пролью хорошенько. Все вот это отмою. Пол отмою. Ну и расставлю, и типа все сделала. Молодец, кто молодец, будет я молодец, но только после того, когда я всю эту фигню приберу. Так, ну вот так пока выглядит. Я думаю, сейчас они все оправятся после вмешательства моего пересадки. Потому что сейчас все равно вяленькие. Вот. Те, что досадила, подрастут. Самосев, правда, не знает, что там вырастет. Ну, по-моему, вполне прилично, да? Смотрится, как вам. Этот адыбы тоже что-то распустит. Это будет нормулечка. Нормулечка. Да, блин, опять 1 лишний. Ладно, куда-нибудь другое место поставим. Да, ну, как-то, як-то так. Все стекает, ну все. Вон девчонки только вчера поливала гейхерочки свои. Тут кое-где еще видно, что влажно. Сушит просто невыносимо. Лежаки сюда выставили. Сделаем там сейчас. Ой. Террасу. Освободили место. Вот. Завязывается малинка. Это вот желтый светлячок девчонкам. Саженцы отправляла 3 девочкам. Вот у Оли не выжила, а у Леночек выжила. Надо будет потом по осени еще раз попробовать выслать. До зимы ее видим. Так. Ну тут же все ж вытащили сарайки, потому что и в сарайке работа ведется. Везде бардак. Посадила огурцы еще. 10 штук. Китайские. Вот китайские огурцы нам понравились, честно. Очень нежные. Вот помидоры не зашли, а вот огурцы вот такие. 5 штук. И, да, они похожие, почти не отличить. И вот такие. Тоже 5 штук. Ой, какие вот сладенькие. Шкурочка тоненькая. Вкусные, нежные. В общем, огурцы, да. Вот именно они длинные, китайские. Вот такие. Очень прям зашли. Ну, это я так посадила, думаю.
где уже, короче, на смену, а там как получится. И семечек много, что хорошо. А помидоры, говно. Не пошли они у нас. Эти помидоры, что-то там растет, но ерунда. И невкусные.